руки автопанорамы попал обновленный Lifan X60. Изменения коснулись не только внешнего вида, но и начинки автомобиля. Так двигатель стал на 8% мощнее. Обновленный Lifan X60 радует в первую очередь дизайном. Мордашку ему сделали что надо, более солидную, чем была в предыдущей модели. Размер и положение руля удобные. Водительское кресло имеет достаточный диапазон регулировок. Однако подушки сидений коротковаты и не дают полноценной поддержки для коленей. Панель управления вентиляцией удобно расположена, имеет крупные рукоятки. А вот сверху разместился крупный сенсорный экран, который позволяет удобно пользоваться мультимедиа. Однако качество акустики оставляет желать лучшего. Впрочем, для тех, кто просто хочет слушать радио, это не проблема. В мультимедиа предусмотрена и навигация, которая устанавливается при помощи отдельной microSD-карты. Рядом расположен слот для карты с музыкальными файлами или фотографиями, а на панели у подлокотника есть внешний вход и USB-разъем. Сзади в Lifan не только много места, но и полно пространства. Центральный тоннель очень невысокий, третий пассажир будет чувствовать себя более-менее комфортно. Отдельно стоит отметить трансформацию салона. Сиденья складываются в пропорциях 2 к 3 и образуют ровный пол. В итоге в сложенном виде объем багажника составит почти 1800 литров. Двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 128 лошадиных сил разгоняет автомобиль до сотни аж за 14,5 секунд, что многовато. О двигателе этого Lifan. Он едет, да, но чего-то невероятного от него ждать просто не стоит. Есть также проблема, что человек, который не привык к педали газа, не привык к педали сцепления, достаточно часто будет глохнуть на светофорах. Ну, это дело привычки. Так, в общем и целом, для спокойного, уверенного передвижения как по городу, так по трассе двигателя хватает. Заявленный клиренс в 179 мм оказался больше. Мы заметили одну особенность. Несмотря на то, что автомобиль выпускается только в переднеприводном исполнении, у него есть полная подготовка для установки и заднего привода. Впрочем, разбираться, в чем дело, мы решили под авто. Чтобы выяснить, какой из Lifan X60 Crossover, мы его подняли на подъемник, и у нас есть видимый горизонт, вот такой, и чудесный инструмент под названием рулетка. Если померить, то самая нижняя точка расположена примерно в 21 сантиметре от поверхности. Тем не менее, с этой стороны картер абсолютно открыт и ничем не защищен. Поэтому, если вы будете лазить по каким-нибудь камням, то вы рискуете его просто проломить. В остальном на бездорожье Lifan хорошо себя проявляет. У него отличные углы съезда и въезда в рампу, 23 и 25 градусов соответственно. Ходы подвесок и высокий клиренс позволяют спокойно перебираться через буераки и уж тем более уверенно преодолевать бордюры. Но полного привода, конечно, не хватает, как и мощности двигателя на низах. Автомобиль либо глохнет, либо шлифует ведущими колесами. Мы пришли к выводу, что стандартная резина автомобиля, пусть и имеет развитый протектор, но не обладает необходимыми характеристиками для преодоления сложного рельефа и агрессивного прохождения поворотов. Подведем итоги большого теста автопанорамы. В общем и целом, автомобиль вызывает смешанные чувства. С одной стороны, он доступен и вполне приемлемо ездит. К пятиступенчатой механике особых претензий нет. С другой, низкое качество материалов и сборки –